Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Португалию Sid Meier's Civilization 6 с последним патчем и на 8 человек. Если вы случайно наткнулись на это видео и не знаете, что происходило в начале, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании этого ролика. А также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку. Всем остальным приятного продолжения просмотра. А вы ГГшек у него Антананариву, там, вот эту, например, никто не хочет снести, например, Инг и Американец на двоих. Говорит Алексей, у которого 250 науки уже. 260. Как связана моя наука с твоим туризмом и культурой, расскажи. Ну, а как он будет? Научная наука имеет больше опций к победе, на самом деле, чем культура. Да, хорошо, но для этого давайте уберем возможность победить культурой и окей. Как он победит культурой? Ну, посмотри, у него 10 из 78 уже. У тебя на а еще даже не сотый ход. Так, национализм открыли. Не, ну надо идти в естественную историю. Тем более, что я археологический музей там строю. У себя в Эвере. А тут я хотел купить фабрику. Угольную, наверное, тут не стоит, да, тут слишком маленькое соседство. Так, тут фабрику будем строить просто. Покупаем библиотеку и строим. Школу навигации надо покупать, гавань нафиг нужна. Промышленная зона. Ну, давайте все-таки гавань. Сказал, гавань нафиг нужна, но... Караван он караван. Так, 280 денег добыли. Уильям. Давайте сюда, потому что сюда у нас художник пойдет. Капер с повышением. Нам бы еще один капер, на самом деле, для ускорения подводных лодок. Нет, что мне не нравится в этих... Инк, вот... может, продлим союз или что? Корпорат? Да, мне что-то твоя культура немножко расстраивает. А наука тебя вообще не расстраивает, да? Типа то, что слева от тебя. И наука расстраивает тоже. Так, ребят, расстроили Инка. Чтобы как-то не отставать по науке. Да мы с тобой не догоним его уже. Фига, вот это... Ну, давай тогда сразу, вот я прямо вот сейчас плюс напишу, типа Алексей выиграл, окей. Клайф. Давай лучше выиграть. А, испанец особенно обрадуется такой. Еее. Чего тебе попытаться сначала? Давайте Виктора. Причем в Эвору. На всякий пожарный. Ну, вот как-нибудь Алексея словить можно? Вот мы там со своей. Принимай дружбу. Что можно сделать? Я понимаю, что началось? Почему меня ослаблять-то? Я не пойму. Просто я построил... Значит, смотри, я знаю, я смотри. Я уже план пытаюсь реализовать, а вот из-за того, что ты там вырвался вперед, мне не хочется. Послушайте. Я построил во всех городах кампусы, и во всех городах у меня университет. Это вот моя максимальная наука со всеми кампусами, со всеми университетами. Куда, как я еще могу усилиться? Только выйти в лабы дальше. Ты уже круче всех. Испанец на 20 науки отстает всего лишь. Ну, кто вылетел? Немец вылетел. Дайте гранты. Ингалу на гранты прокачаю.
Ну, таймер уберите, пожалуйста. Да, сейчас. Так, строительную инженерию. Ну что, поставить 15%, чтобы Рурку побыстрее. Ну, я довольство тогда уберу. Ну, вообще, можно, на самом деле, убрать соседство священного места. Мне уже не так прям вера нужна. Сейчас, кстати, глянем, сколько это снизит. А потом, после небоскребов, поставить соседство уже кампусов. Смотрите, сколько это науки. Но видите, я стараюсь не особо вырываться по науке. Так, у меня 209, а стало 180. Ну, не намного. Не намного снизилось. Так, найти источники. У нас какие научные выдержки есть? Одна, амипла. Женеву... Немец, ты с нами? Извините. Женеву, то есть только я, Финикея и Инк нашли. Так это я. Так мы еще все ходим. Ты нажми на конец хода. Ты вообще можешь ходить. Немец, на самом деле. Попробуй, ты можешь ходить. Членяш, ты говорил? То есть ты дружбу не принимаешь, да? Да я... Как тебе так объяснить? Я пока еще думаю, короче. Ну, просто, понимаешь, я приму дружбу и все. И проиграю. И игра закончилась. И я проиграю, понимаешь? Интересно. Челинь, я готов с тобой дружить всегда. Так, давай... строителя здесь, а у нас тут... Культурой, пока... Ну что, тогда будем пилить инка, получается? Тропических лесов. Я пока на Риву буду пилить. Я не буду инка пилить. Мне тоже инка пока не нужен. Ну да, вы классно придумали вместе с лидером пилить, конечно, да. Я не собираюсь инка пилить, так вы... У меня в планах только ГГшку культурную забрать. Инк хоть... У него хоть город на море есть, куда караваны можно посылать. У меня тоже появился. Канадец, ты клетки купишь в Торонто и Шарлоттауне? Вот две клетки выкупить. Я тебе даже готов деньги за них дать. Так с этого и надо было начинать. Давай я сейчас скажу, сколько. Так. Давай. Так, 190. Ну, попроси, пожалуйста, сам я тебе выдам. Верно. Строить буду, верфь лучше куплю. Я закинул. Принял. Алексей, сколько у тебя союз еще с Горго? Купить, но это третий раз. Я и Горго пилить не буду. Я никого... Сейчас Горго сейчас скажу. Ты, если хочешь, я могу не продлевать, если ты... Хорошо, я могу, например, объявить ему войну, но я не буду с ним воевать. Так, 4 хода. Если ты хочешь военный союз, например... Но я один не буду с ним воевать. Я не знаю, ну как бы, а что, ну... Он просто по культуре выиграет. Так Антанариву заберите, это проще, чем воевать с Горго. Антанарив, вот у тебя Нариву рядом, и англичанин, но он рядом. Просто уничтожьте хотя бы, не забирайте, уничтожьте. Я заберу, вот, у меня юнит устроится. Ну это вы долго, 342 культуры у него, это чисто вот Антанариву, там 20% что ли?
30 максимально. 30% имеет. Это у него упадет где-то до 250 культура. Так, ну он еще большой театр делает. Не, ну в принципе, если он такими темпами дальше в туризм пойдет, то я тоже, наверное, могу и поучаствовать. Просто у него уже 11 этих. Да, да. Нет, так тут главное смотреть, сколько у него туризма. Смотри, у него туризма уже 125 вход. 125 вход, это практически сколько у меня культуры вход. А он там накидывает еще на туризм сверху и понеслась. Ну, то есть там плюс 25% за караваны, что-нибудь, да, такое. Да, поэтому я не хочу дружить с ним, как бы, понимаешь? Я и воевать не хочу, потому что, ну, как бы, пока зачем воевать. Но проблема в том, что если затянуть, можно просто не успеть. Да. To be or not. Так, рурка два хода, по идее, я ее достраиваю и выхожу в золотой век. Если хочешь, можешь еще 200 монет закинуть, а вот клетку под, еще одну под приторию куплю. Камон, блин, вот просто стопит культурную победу. Слушай, какую клетку? Я больше не вижу каких твоих городов. Какую еще? Я только одну факторию могу для каждого города ставить. Почему? Можешь больше ставить. Нет. Одна фактория на город. Я тебе говорю, одна фактория на город. Главное, это слушай, я когда с Португалией играл, я больше ставил. О чем ты? Сколько угодно можно. Нет, главное, такого. Не две подряд. Чтобы была одна постоянно. Так а что? Да. И оно дает больше, и выхлоп увеличивается из-за количества? Да, конечно. Да. А, ну давай, сколько тебе надо? Тут еще раз повод не давать португальцам. Ну еще 200. Да елки. Теперь канадец вылетел. Можно опять таймер убрать? Уже. Спасибо. Так. Смотрим, какие у нас тут возможные пути вообще. Так, к немцу в Гейдельберг. На сорокет. А тут на 50, между прочим. Из Коимбры и из Браги. Наверное, из Коимбры. А, из Лиссабона, наверное, просто уже бегает. Угу. Торговца больше нету. Так, дамба. У нас 12 тут производства. Кампус построен. Это, наверное, верфь. Потом фабрику. И тут у меня с кампус был достроен. Я не купил нифига. Так, и так. Давайте смотреть. В Порто есть. В Паро есть. В Визео есть. Я про кампусы. В Лерии есть. В Браге есть. В Гуарде есть. В Лиссабоне есть. В Эвере нету кампуса. Кампуса и в Гимарайнше. Ну тут кампус вообще типа вот только на плюс 2. Так, Фаро, видимо. Все, давайте строителя. Пока. Так, у меня два Гетти. Пожалуй. Или все-таки Митлу надо бы. Ладно, что я тут жду? Выжженную землю. Давайте вот это возьмем. Первый посол отправим в Митлу. Получим еще науки. Как-то так. Канадец, ты заходишь? Захожу.
Сильный там идет. Я за ислам. Слушай, буду я предлагаю... Топим ислам. Ребята, а может это прилететь идти иудаизму? Да нафиг он нужен, я вот думаю, ислам лучше задушить. В смысле, там католицизм и иудаизм, у них больше религии, а вы хотите душить ислам? Ну да, 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 сейчас будет инк против меня, и еще ислам плюс 10, нормально, нормально будет. Какой ислам плюс 10? Нет, так я не считаю, что это плюс 10, я не предлагаю плюс... Че, снижаем за промку, ребят? Плюс 100 промка и осуждаем ислам. Плюс 100 промка, согласен. Плюс 100 промка. Не-не-не, голда, ребят, голда плюс 100, вы че? Да, Валя есть. Не надо пром... А, ну да, промку. Промку, потому что да, это могут... Долго, могут испанец, долго, может грек напасть. Понимаете, таким образом? Я же не прошу снизить за золото, а просто увеличить. У меня золото не столько, чтобы нападать именно юнитами. Я развиваюсь. Да тут ни у кого столько золота нет. Не знаю, все, уверен, что воевать планирует кто-то. Я вообще домики прошел строить. Подожди, почему я за ислам? Синтоизм давайте. Не знаю, за что там проголосовали, сейчас посмотрим. Но мне важно, чтобы за производство повысили. Я как раз за деньги могу купить все. Ну. Чё там? Да, увеличены на производство и могут осуждать ислам. Так, ну мне тут надо как-то... Я просто там на паузу поставить или камеру убрать, у меня немножко это... Ну у тебя рассинхрон, ты загрузишься, нормально все будет. Не, я загружусь, только там, в то время у меня осталось на паузу. У тебя таймер добавится. А, нормально. А можете кто подсказать, где железки открываются? Чего открывается? Что такое железки? Железные дороги. Железные дороги после нарезных столов. Отлично. А то я уголь давно уже открыла, а эти ищу. Ну, у меня, видите, вот два осталось миссионера, я думаю, что... А, нет, три. Думаю, не успеют. Мне тут никто их... приговорить. Так, ну в Торонто давайте. А этим я уже не могу ставить. А, так я не могу. Ай, блин, ни одним, ни другим я уже не могу ставить фактории. Что-то я не знал, что, блин, несколько факторий можно ставить. Так, а где у меня тут еще был? Подожди, а где мои... Где еще один нау? Кто не хочет янтарь обменять что-нибудь? У меня сахар есть и алмазы. Так, классовая борьба ускорена. Собственно, пошли в нее. Что, археологический музей я еще не достроил? Один ход, нормально. Так, рурка моя. Тоже хорошо. Давайте военный лагерь. Хотя угольная 2. Давайте угольную и... Слушай, а театралка еще, по идее. Ну тут плюс 1 всего. Давайте военный лагерь. Так. Финикия, дружба. Научную теорию открыли. А я куда тут иду? Так, на своей территории 2 форта. А, в химию. Давайте военную науку. Давайте 2 форта я попробую построить. Здесь, например, и здесь. Или вообще здесь могу и здесь. Тут вообще коти норм, потому что ни на один город эта клетка не влияет. А, Инг, ты можешь союз заключить?
Ой, блин, я забыл поставить карточку я плюс думаю, один. Мы так долго, долго ждали загрузки. Блин. Ладно, у меня сейчас естественная история, по идее, откроется. Практически сразу. Короче, Челинью хочет культурой тут нас бахнуть. Ты мне отдал 100 монет. Интересное такое. Я тебе уже отдал, говорит. Так. Теперь мы сменяем на плюс на первый посол. Вот так. А тут... И что-то я тоже хотел тут поставить вместо... А, соседство кампуса. Ну-ка, сколько мне науки это даст? 300. Ну, кстати, соседство кампуса вообще немного добавляет. Но вот города-государства, я думаю, много добавят. Так, Митла. 3. О, 362. Вот это уже... О, так еще Окленд есть, блин. Канада предложение. Не, слушай, 300 монет, это ты вообще как-то... Не, ну смотри, 200, чтобы выкупить клетки, и 100 просто как, ну, я что-то сигалку поймали для себя. Окей, отдай мне, пожалуйста, 100 денег. Святей Хонтур. Слушай, мне. Я еще вот когда там делал тебе предложение... Торонто 6 производства. Нормально, по-моему. Так. У нас прокачанный на родной территории вероятность побега. Пошли греку плотины рушить. Так, раз. Форт. Надо эти там сделки. Ну, у меня просто этих, у этих на уже нету заряда оставить в фактории. Есть рурочка красивенькая. Какая утю-тю. Утю-тю. Канализация. Ну, кстати... Кстати, канализация, наверное... Ну, аквапарк не знаю. В этом городе я бы где-нибудь тут аквапарк строил. Статуя свободы неохота. Ну, вообще шпиона можно, кстати. Не помешает. Тут бы еще строителей, наверное. Так, в Геморрайнше кампус нужен. Значит, у меня остался в Геморрайнше и в Эвере. В Эвере он достраивается. Опять что ли синхрон? Да что ж такое? А Канада, а куда твои апостолы через мою территорию идут? В смысле, где они через твою-то идут? Ну вон, у Мадрида, у Кордовы. Чего? О, это может... Вот походил как-то не так. Как-то. Да, я, скорее я всего. Блин. Я их другую сторону вообще хотел направить. Ладно. Он решил, что меня обратить гораздо важнее. Не, вообще изначально по тебе я готовил. Но потом... А, давайте я куплю эту клетку и быстрее просто. Вот ради этого и отказался от этой затеи. Так, сделаю. Если там хоть не самыми мышцами-то прокачками-то пошли. У тебя веры вход в два. Так, этот у нас на плотину. У нас заканчивается скоро союз с греком. Вот когда закончится, я к нему отправлю пионов, так? Все, моя леди и все.
Тут еще строителей. Кампус. Ну, на плюс один только. Оно вообще тут есть на плюс два. Да. А, давайте выкуплю и поставлю. Так, в Лиссабоне. Что ставить? Акведу... дипломатический квартал с центром города желать. А, что по чудесам? Эрмитаж. Собор Святой Софии. Каз. Статуя Свободы. Тадж-Махал. Блин, негде ставить. А может ты немножко убрать их, чтобы я назад вышел без зоны контроля? Ну вообще, эти клетки можно для аэродрома и космопорта оставить. Поэтому давайте лучше так и сделаем. То есть тут аэродром. Тут космопорт, например. Просто не... Ну, я пометил, чтобы не забыть и не построить там что-нибудь. О, задание Окленда выполнил. Блин, Окленд засоюзить тоже, кстати, было бы классно. Ребята, когда Антананариву того? Когда-нибудь. То есть у человека уже 400 культуры, я понимаю, что типа... Ну, у человека, между прочим, 400 науки, да ладно. Блин. 400? 300? Да, да, нормально, чилим, сидим. Я помню, это там предложение. Ничего страшного. Челини, в отличие от тебя, у меня 350 и 340 у испанца. То есть у нас есть два человека, которые по науке хотя бы лидируют. Как останавливать тебя с культурой? Испанец, мне кажется, уже не догонит тебя. Да почему? Не знаю. Вот... Вот тогда, когда мы играли за... Ну, когда у меня второй монитор записалось. Что, какие там... Ты вообще как эти типа, отставал по науке? Ты конкретно отставал? Там еще были другие люди с наукой. И все ж получилось? Ладно, так будет 250 тебе цена. За эти... За пыль. Там просто этот стоит пророк греческий. Так. Тут у нас дамба в Спарте. Греция совершила настоящее чудо, проведя электричество в Коринф. Инк предложение. Еще одно. Так, давайте вообще пройдемся по прессам. Нечем торговать. Алмазы. Американец предложение. Чай. Немец предложение. Так, мне нужен археолог. Просто купим. Есть канализация. Ну... Раз я уже пингалу прокачал на гранты, я думаю, время исследовательских грантов.
Может, уже промышленную зону, а не священное место? Я думаю, в данном случае да. А, так, про рабочие. Эвори. Ну, это вот последние мои, да? Остались. Первый посо. Блин, хочется Окленд засоюзить, честно говоря. Очень много. Кто там в дружбе в Португалии, пожалуйста, придите к нему на территорию Юнита. Побольше. Так надо. Чего? Тот, кто в дружбе с Португалией, приведите больше территории на мой юнит? На мою территорию? Ну, больше? Так надо, ребят. Это план. Почему опять я? Ну что, никогда ж такого не было. Каждый ход. А что там у тебя? Ассинхрон. Достаточно давно играю. Нет. Это из-за того, что ты вылетел. Ну тут реформа денежного обращения надо продолжать. Ассинхрон, чтобы невозможно было караваны мои разграбить. Сейчас получается бот опять. Ой, Иерусалим опять. Правильно понимаю. Че, инк военник дал, да? Португальцу? Нет, экономический у нас. Инк, слушай, вот я тебе говорю, приедите юнит на территорию, вот на запад самый. Машки в его города. Просто приеди, пока. А зачем тебе юнита? Надо. Канализация не очень. Для чего? Ну давайте оружейную и я позже скажу, строителей. Скажу, когда не будет, хорошо? Так, артефакты я сейчас добуду. Можно уплывать, давайте паровой двигатель. Ты же понимаешь, если ему объявить войну, все юниты, которые были на его территории, уйдут. Не надо объявлять войну, понимаешь? А, блин, я уже мушкетеров не получу. Я думал сейчас 3 мушкетера сделать. А у вас тоже 2 бомбарды не ускоряют осадную тактику. Это 3 ошибка бушет. В переводе, да. Нужно 2-3 бушета. Они не перевели. Теперь 2-3 бушета требуются, а не 2 бомбарды. Блин, Окленд. Вот Окленд жалко. Ну, один ход я пополучал производство. Кстати, не ошибка. Не перевод, а вообще в английском языке тоже. Бомбарды все еще. Так, мне надо 2 корпуса, 3 корпуса. Давайте, какие у нас тут юниты вообще? Слушай, а убери, пожалуйста, таймер, давай мы закончим вместе с канадцем вместе, а то он сейчас опять будет хрен знает сколько ходить. Давай, а то мы будем отрезать. Поставлю таймер на следующем ходу. Угу. Давайте, наверное, зоопарк. Да, давайте еще покороче таймер сделаем, может. Да не, мне уже начинает не хватать. Вот, а мне и по-моему не хватает, поэтому. 15 городов, не знаю, вполне успеваю, но. Ну какая разница, сколько городов? Тут все по количеству юнитов как-то. Строители. Слишком всего, зачем нужно следить? Промышленная зона плюс 2 есть. Давайте строителей, и надо промышленную зону вот тут вырубить.
Или верфь начну. Нет, давайте строителей. Тут надо собрать, кстати. Гавань. Так, тут покупаем маяк. И куда нам караван? Максимальный. Тридцать с половиной. 57 в Гейдельберг. Брага и Коимбра. Да, давайте, наверное, из Браги. О, а что за школа навигации не куплена? Ошибка. Так, у меня уже все. Готов, заканчиваю ход. Давайте операции меньше. И... давайте посмотрим рационализм. Блин, ну тогда культура уйдет. Ладно, не хочу пока до коммунизма. Так, кстати, там две что-то приведут. Хотя бы в пути они... Алексей, только ты остался. Закончил ход. Блин, Челиния, как ужас какой. Что случилось? Да у него ураган тут ровно по его театральным площадям прошелся прям. Финики, дружба. Союз кинул. Блин, ведь я не хочу, чтобы миссионера убивало. Ладно, давайте лучше тогда в Альянтамбу. Побольше, чтобы там у него веры было у инка. Мне кажется, собирается нападать грек. Ну, испанец уже, очевидно, в лапах. Угу, 12 производства, норм. Так, берем коммунизм. Соседство кампуса, республиканское наследие, либерализм, соседство промышленной зоны, так, содержание юнитов, оборонительных зданий, да, и уголь дополнительно дает. О, 490. Ну, вот это уже, конечно... круто. Вот тут, я думаю, уже пора соперникам как-то напрягаться. Наверное, королевское общество достроим. Что у меня предложение? Успел факторию бахнуть. Да, вот слушайте, Гейдельберг это вообще самый крутой город для меня. Я туда просто
Блин, еще ко мне пришло, нет. Ну, хотя как-то он мимо так прошло вообще. Удивительно. Серьезно? Серьезно? Так, тут еще один заряд остался. Может, вунцу лучше использовать? Короче, я предлагаю следующее. Если мне еще... Да сейф надо грузить просто, и тогда это закончится. А, ну так давайте сейф грузить. Верфь и маяк. Кстати, по поводу 100 монет, я еще все скажу. Там между 90 и 100 ходом. Можешь потом на видео пересмотреть. Я кидал тебе предложение. 100 монет. И ты принял его. Ну я отказался, но я его... Между 90 и 100 ходом? Что, мне сохранять игру? Ну, если... Ты где-то 90... Ну, давай, давай, сохраняй. 91-й, вот так, 96-й, вот так. Этим ходом. Там было. Все сохранил. Ну, я против. Чтобы не объявляли все. Это ж нечестно. Ну, почему же? Ну, надо решить каких-то имбовых караванов в Португалию. Так у тебя тоже имбовые караваны, испанец, блин. У тебя тоже имбовые караваны. У меня за границу нет ни одного каравана, потому что если внутренних не будет, города подохнут от голода. Так вы же наравне едете. Ну. Ну, а я... видимо, Португалия уже равнее. Так, где у нас нету верфи? Наверное, в Фаро надо перебросить и там. Смотри, Микро. Если ты объявишь сделать войну, у Лёши будет где-то 400 науки. Ну, давайте я объявлю войну, да? Давайте, хорошо. Я сосед, давайте объявим войну. А что изменится, если я ему войну объявлю? А почему тут вообще война? Я что-то не пойму. Типа, обязательно войну объявить или что? Женева дает потом. Наверное, логичнее. А, Женева. Войну. Так, у меня там 5 послов всего. Чего никто не перекупил до сих пор? Я даже Женеву, вон у меня другие города, я, ну, это, я не знаю, что Женеву. Ну, слушай, ну это 15% всего лишь. Ну, как бы, это, наверное, и есть разрыв аж между португальцами и тобой, так что. Так, тут нас идет вырубать. Давайте вот здесь лесопилку сделаю. Хищение средств. Короче, я прибываю об острове Португальцев. Инг, короче, ты не одумался, да, вообще тебе норм, да? А вы там это своими видами просто убиваете его. Идиозные штуки. Ну, просто страдать можно. Не, ну, Чилиня, смотри, в смысле одумался. Вы три лидера. Ну, то есть вы конкурируете за победу в игре. Ну ты хотя бы по очкам не отстаешь. В случае чего ты можешь хотя бы, если что, выйти по очкам. Да, он в культуру, он все, и у него все в культуру, он хочет туризм победить. Мне уже ходов 15 не прибавляется в культуру вообще. То есть, я, понимаешь, я сейчас приму чью-то сторону, и баланс сместится. Ну, ты принял сторону лидера. Почему? Я еще ничего не принял, я просто перестал с тобой дружить, чтобы не давать тебе хотя бы эти 15% от культуры. Ну, а с Португалией ты торгуешься. Так он мне не дает, не подожди. Мне же выгодно с ним торговать. Да, мне... у него всего лишь один город на воде. Я тебе прямо скажу, что я больше всего торгую с ГГшками. Кагуаной, с Кардифом, с Самаркандом, с Армой, с этим Бандар-Брюнеем. Отправил несколько караванов к немцу и канадцу. Но если они мне объявят войну и не будут со мной торговать, я не чувствую, что я что-то сильно потеряю. Чилиня будет обвинять меня, что я не дал. Я, по-моему, к Инку, по-моему, два каравана только отправляю, и все. Давайте сначала алюминий увидим. Потом в авиацию. Потом в компьютеры. Так, канадец.
Короче, тут канадец решил культурой религией победить. Не, я себе сказал, я хочу тебе, чтобы плюс деньгам ушел от этих. Ему там до этой религиозной победы еще, как до Китая. Ну не знаю, я тут 10 апостолов вижу у себя. Поспособствовать не им, пусть пришлют юниты и осуждают все твои, пока вот эта резолюция действует. Да у меня нету юнитов религиозных, я тебе еще раз говорю. Ты их построишь, зачем? Ты же их построишь потом, когда я начну обращать там. Инквизиторов тех же самых в самом конце. Ну вот. Так, ну мне очевидно надо апостолов строить. У меня просто не далеко. И был. Португалия это вот только по побережью так расселилась, или там будет еще что-то есть? В основном побережье. Да, ну тогда нормально еще. Ну, меня можно забрать, если будет это вообще нормально. Блин, что фигня, мне надо, ну, силу, понимаете, да, апостолом. Ну вот, погибает, реликвия появляется, хотя бы это возьмем. О, плюс 20 теологической баталии. А чё у меня кампусы так далеко все? Могу апостола взять. Испанец, предложение. Это интересно, канадец, конечно. Но он утверждает, что это для того, чтобы я деньги не получал с караванов. Тоже есть смысл, конечно. Немец, предложение. Канада, предложение. Немец еще. Есть алюминий.
Так что можно аэропорты ставить. А, давайте искать еще алюминия. Заключайте союз с лидером и посмотрите, чем это закончится. Да у тебя 480 науки. У тебя у самого 480 науки. Ну, у тебя 550, извини. Забей. Лидер тут в Португалии вообще очевидно. Алексей. Не знаю, вы, видимо, не видите, какое огромное количество апостолов сейчас у меня высадилось канадских. О чем вы говорите? Он сейчас проходит через меня и дальше идет на инка с греком. Ну, у меня на испанца просто веры не хватит. У меня цель, тебя просто ослабить. Простую линию. Все. Кстати, вообще меня в этой игре очень расстраивает, как во всех играх, где такое случается. 102 лидера слишком далеко друг от друга. И я тебе буду побросать на сложности. Тогда другие сильнее влияют на то, чем закончится партия. Мне кажется, даже интереснее. Мне это не интересно, у меня возможности для победы нормально нет. Не то чтобы нет, но все равно. Мне нужно, чтобы вы аннигилировали в конечном итоге. Знаешь, может, что будет делать. Так, два капера. Нам нужен еще один капер. Перемешай союз, пожалуйста. Я его уже три раза отклонил. Слушай, тебе выгодно, у тебя как бы мои караваны к тебе бегают, понимаешь? Да, да, говорит, выгодно. Я приду к тебе апостолами, и тебя обращу в иудаизм. Очень выгодно. Придется обрезать все, но выгодно, все равно выгодно. У меня веры меньше, я не смогу. Я веры хоть не хватит. Ну, конечно, это очевидно мнимое, типа, такое отвлечение внимания. Он выиграет, он не выиграет. Союз вот так дополнительный. Ну, ребят, где там юниты, как я просил? О, у меня нет плана. Какая жалость. А жалко, что нет урана в испанце. Не, на самом деле, да. Ну, у него тут апостолов больше. Но хотя бы хоть какая-то битва произойдет. А с мушкетером что? Ну, у него еще и теократия. Тоже три мушкетера сделал.
прокачки не подходит. Я тоже, мне то же самое, забей. Ну, видимо, это следующие, очень которые... Но мне надо держать, видимо, апостолов. Он будет атаковать, если, то отступать. Ими. Так. Могу аэродром строить. Блин, в Лиссабоне 200 производств, это, конечно, трындец. Мягко говоря. Ну, тут аэродром мне негде, я не хочу эту клетку отдавать. Ну, хотя тут есть... Ладно, знаете, давайте не буду. Давайте не буду пока. Канализацию тоже нет. У меня все... Ну, давайте продолжу... А, венецианочку могу. Кстати, давайте сделаю. Женя, ну не буду обратно перекупать, хай они не агрятся больше. Ну кто теперь лидер по науке? Это не более чем проекты. Плюс 50%. Вот Женеву, получается, теперь Леша не сужит Зерен, и у него минус 50, 60 науки сразу. Ну, зато получил реликвию. Блин, а что так? А у него все участник дискуссии повышение. Трындец. Просто тяжелое поражение. Просто снижаю их силу хотя бы. Понимаете? Так, тут у меня алюминий, я хочу сразу обрабатывать.
Уровень морскому юниту. Ну, можно, кстати, капер прокачать. Да, у них еще и тебя. Но я не хочу теократию брать, только ради того, чтобы с ним побороться. Да, там, конечно, серьезные. Ну, я отомщу канадцу. Будет мстя. Просто вот пришел в очередной раз. Лидер испанец теперь, а чувак со мной воюет. Знаете, какой у нас еще есть вариант? Он в союзе с греком, да? У нас осталось два хода. Я греку объявлю войну. И сразу смогу этими юнитами что-то делать. Кайф. Лини, что у тебя между Афинами и Спартой произошло? Наверное, ты снес мне дамбу. Возможно. Так, я больше не трачу деньги. Я буду покупать самолеты. Ты Антанариву сносишь, ты тоже, получается, вообще не мой друг. Так, я должен апостолов теперь беречь. Мне надо будет восстанавливать свою веру. Так, блин. Вот это быстро поставить. Центр коммерции гавани нет. Может быть, инка. Так, мне надо вот эту. Потихо, мне уже вместе с немцем инком придали. И аэродром надо. Сейчас держать. Так, мне в Браге надо юнит купить. Вот видите, вот и опять лидер Португалии. А что ты сделал? Ты не стал читать проекты просто. Так, где? Вот. О, убился об меня. Это хорошо.
Да куда ты высадился, тупорылый апостол? Так. О, Грек, молодец, ты с стороны идешь. У меня кампус на плюс 5 потонул. Поздравляем. А у Лёши хоть что-нибудь затонуло? Не знаю, я не успеваю смотреть. Все города на побережье, ничего не потонуло. Ну, значит, скоро потонет. Так он же в компьютерах, наверное, сидит. Нет, компьютеры далеко. Там еще никто не вышел. Ну, я уже на их уровне скоро буду. Как и у Португалии, 100%. Так, мне надо... Так, куда мне делся, кстати? Шпион возвращается, что ли? А? Я построил венецианочку. Раз нефть. А вон у меня промышленная зона тонет. У меня нефть, кстати, сразу и накапливается, по идее. Так, вообще, мне бы стали варенье открыть, чтобы появились стены следующим ходом. Кстати, а можно создать, можно этих еретиков или нет? Осуждать еретиков? В смысле? На море. Ты делать можешь, я не на улице. Не знаю. Интересно. Не, майнс давайте. У меня вопрос. Если условно помогу немного по науке сейчас испанцу вперед выйти, это типа нормально будет по правилам там? Да, конечно. А что я сделал? Короче, в обмен на вечный мир готов тебе, короче, вот это вот. У тебя одежда есть там или морские порты? Испанец. Что?
Вижу, есть или морские порты. Конечно. Так, где у нас скайпер? Еще один. Давайте. Это нет, подожди. Это норм. Правило, значит, этого ничего нет. Ну. А что? Что он делает? Я его по-другому кинул. Не, ляпок-то еще был. С твоей стороны. Он мне, видимо, хочет передать продукцию корпорации бесплатно. Не, понятно. Не, не. Бесплатно, я за уголь хочу. За уголь тебе не уголь не дам. Можешь? Ну, за уголь? Уголь могу тебе подарить. За уголь, ладно. Я не понимаю, какой смысл тебе помогать мне. Ну. А, смысл ровно такой, что чтобы слепить лидера. Челиньо, я готов дать тебе военный союз. Я объявил войну Челиньо для того, чтобы убивать апостолов канадца. Я буду успел тебя обратить. Давайте танк подождем. Ну, типа денег. Чтобы деньги появились на танк. Так, а нам осталось, по сути, ведь я с моря обращу киморающую Каримию. Ну, вот он сейчас это... ты через следующий меня не так объявил, я правильно понял? Да. Thank you.
кирасиров, точнее, армию. Прикрой ими моих апостолов. Да, блин. Не, ну, по идее, он не должен тут мне ничем добежать, разрушить. Блин, мне алюминий надо держать. Я и забыл. Блин, где он появился? Так, мне надо танком будет сюда встать. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!